Здравствуй, зритель! Сегодня будет легкое непринужденное стихотворение. Хотя для кого как. Автором является Ван Шенкин Константин Яковлевич. С воодушевлением и задором девочка, беспечна и горда, говорит, захваченная спором, что не выйдет замуж никогда. И подружки страшно горячатся, спорят, ничего не разберешь, рассуждают, можно ли ручаться, и решают, можно. Отчего ж? Только мать молчит, не двинет бровью, но потом не спится ей в ночи. Скоро дочка встретится с любовью. Больно споры эти, горячи. Всем спасибо, до новых встреч.